10 сентября. Крышу починили, говорят. Наверняка уже денежки получили. Бюджетные народные средства. И вот у нас электрощитовая. Видите, провода на полу. Все в воде. Видите? Все под током, кстати. Колонки, все в воде стоит. Вот. Капает вот. Внутри тоже оборудование стоит. Вот так вот. Вон все с потолка стекает. Вон по лампам бежит. И вон на счетчике бежит.